이거 어떻게 하는지 아니 아니고 Ей! Мы снова встретились. Мы не можем быть друг с другом. Конечно. Совсем. А можно вообще в магазин идти? Можно. Ну, просто не догоняют. Нет, догоняют, это одно дело. Другое дело, что... С другой стороны, магазин снимает, мы себе снимаем. Сейчас мы пойдем кушать. Очень клевое, специфическое место. Вот, видите? Но смотри, занимаемся все отсюда. Да, мы идем по пешеходному переходу. Эй, дядя! Алло! Дядя! Можно мы перейдем здесь? Не, мы не уже здесь перейдем, мы сейчас задали. Блин, это страшно. Ну куда ты? Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания, спасибо, Господи. Ира, ты жив? Да. Мы сейчас расскажем одну грустную историю о том, что неделю назад ресторан закрылся. До Нового года. Ира, он плачет, когда стоит на телефоне. Да-да-да-да-да. Да, сгорел. Ну, да. Какая разница, мы тоже просто. Нельзя проводить подвальные цены с огнем. Что мне жаловаться? Юлька хочет какой-нибудь ресторан, у нас в Питере нет клевого ресторана. Я хочу есть, я уже скоро пойду есть лапшу корейскую, потому что я не знаю, чего-нибудь. Что очень хочется, и как бы очень непонятно вообще, что происходит. Не, понятно, что происходит. Мы опять в машине. Е-е-е! Картина не меняется. Мы либо на лавочке, либо в машине. У нас как-то с Ирой стандартная программа. Лавочки. И свою машину, да. Лавочки. Пойдем на лавочку. Хочу. Возьмем этот бокс какой-нибудь с лапшой. Будем сидеть на лавочке жевать. Да. Лапша. Вообще, мне бесит автобус. Аж говорят веселее. Миш, ты счастлива, я счастлива. Все счастливы. Еда сейчас будет. Наконец-то будет еда. Даша меня не кормила. Да ладно, она тебя морила голодом? А у нее какая-то неправильная еда была. У нее были только пару сушек и все. Вот. И в итоге я в буквоеде выпила только смути. И это было сколько вот времени-то? Смути? Да. Не смузи? Сама не кушала. Ну, смути от слова смутьян или смутила или... Ну, whatever, у нас это смути называется. Потому что нет буквы за бастонском языке. Игорь, смотри, вот он. Да, сюда нам. И как нам сюда? Не знаю. Нам бы припарковаться. Сюда же, нет? Да, и Манфест так при входе. А, это мило. Че? Ну, че ты застряла? Теперь она снимает. Да. Ну а что, можно еще еду заказывать? Да, еще можно. А, так, куриный шашлык со свежими. Со свежими овощами. Видимо, ну, без заправки только можно, как бы просто там обрезком горшок там в этом. И пиво темное какое-нибудь. Угу. Нам еще салат греческий с курой. И вам. И им еще салат греческий с курой. Греческий с курой, цезарь с курой. А, цезарь с курой, да. Я пытаюсь подружиться с телефоном. Юля не умеет пользоваться телефонами. Она слишком старая для этого. Я думаю, когда мне будет столько же, сколько и ей, я тоже не смогу уже пользоваться новыми гаджетами современными. Я просто туплю. Я просто немножко туплю. Все хорошо. Все нормально. Я не понимаю, что происходит в моей жизни последние два дня. То есть я как бы в Питере... Это Питер, детка. Да, нет, я понимаю. То есть это единственное, что я понимаю. Вот и все. Тебе больше ничего не надо понимать. А дальше как бы все очень интересно. Ну, непонятно. Ну, все замечательно. Это самое главное. Хороший, приличный человек, она пьет чай. А я алкоголь. Я просто за рулем. Ты не за рулем, ты слышишь водителя. А вдруг она пьется? Он часто там не делает. Вообще-то, когда
Ну. Время около 6 утра, я сейчас бегу Ленку встречать. Вообще не понимаю, никуда идти, нигде находиться. О, привет, Питер! Я в Питере. Да, мы идем искать еду. Мы с Донецком, я надеюсь, что сильно правда что-нибудь открыто, прям очень хочется. Да, еду. Ой, какая прелесть! О, да. Я ребенок, я хочу жить. Вот, нельзя просто так приехать в Питер и пойти кушать в теремок. Мы идем кушать в теремок? Блинчики. Да. Что с ней поешь? Да. Наши мои блинчики. Я буду обниматься с ними. Я буду обниматься с ними. 2 мая 2015 года. Невский. Да. Клево. Всем приятного аппетита. Кто еще ест? Потому что только сейчас метро, и мы поедем сейчас на парковку. Вот. Ну нет, почему? Для меня не новые, для меня новые. Вот. Но я люблю плашины раньше всякие, поэтому там клево. Надеюсь, что у нас не сядет батарея, мы там тоже сможем поснимать. Лена старательно укуталась. Я старательно укуталась. Вот, мы приехали, да, на Удельную, сейчас вот люди уже начались, мы пойдем с железнодорожной пути, там самое крутое место начинается чуть-чуть подальше. Почему она как-то очень криво снимает, я не пойму. Ну, в общем, мы добрались. Я не поняла, когда она выключилась, но, по-моему, когда мы снимали. Ну, в общем, здесь и начинается, дальше будет крик. Да? А нет, снимает. Ну да, меня тут не помню. Да. Снимаем. В Волжинском? А где? Ну не вокзале, а купила тарелку. Ленка купила клевую тарелку для торта. Это Лиговский проспект. А мы с Леной идем в этажи. Там что это такое? Нет, это знаменитая стена попугаев. Стена попугаев. Подожди, он там все равно отсидит. Стоит читать? Да. Скоро вы ощутите себя в сказке. Я уже в сказке. Да? Да. Уже в сказке, но скоро еще буду ощущать. Ну, знаешь, клёв. Держи, я тоже сейчас, давай. Это не там, интересно, мы уже есть в Питере, я думаю, что мне надо в Питере. Да, давай. Что у тебя? Да? Да? Ну, давай, гигант. Ждет вас любовь прекрасная, разделенная, разнообразная. Так что все, она все круто замуж. Все круто. Ну что, идем дальше? Это крутая визитка, это сейчас реклама. Да, реклама. А еще реклама красивая. Да, можно мы это снимаем? Да. Рекламируем заодно. Красота. Да, спасибо. Есть браслетик, давай все лично сами. Ага. Вы очень крутые. Я просто прям, я сейчас что-нибудь куплю, я не могу, у меня аж... Блин. Ты себе купила последний ежик, а? Я счастливая. Фотографии. Так, так мне надо, да, раздеться. А ты? Ну, ты как-то будешь причесаться? Причесались, нет? Ну, не знаю, что мы причесались, сейчас будет нечто веселое, потом покажем фото. Ты меня не снимаешь. Ты снимаешь что-то или ты снимаешь меня? Я думала, ты уже выключила вообще. Мы сейчас будем веселиться. Вот шедевр, шедевр. Видно, так круто, это очень было вообще. Мне очень понравилось. Я очень счастлива. Вот вам сказка. Давай. Ей! Клара, у меня есть. Слушай, я даже моя. Нашли до фонарика.
попала в сказку. Я попала в сказку. Это называется лесная сказка. Лесная. Парк. Лена, да, Лена собирала сказку, она попала в сказку. Я попала в сказку. Спасибо Лене, друзья, как будем преподавать. Да, мы оказались здесь. Вот, сказка там. Сказка там. Сказка там. Вот, мы с Ленкой, да, выдвигаемся. Костя, очень жалко, что мы тебя так и не увидели, прожив два дня в твоей квартире. Ну, большое спасибо. Да, спасибо, сейчас ключики вернем. Видео мы тебе потом передадим как-нибудь по сетям. По сетях. Все, я не выспалась. Так что мы сейчас... Мы идем в магазин за последними покупками перед отъездом, потому что на вокзале мы чаще немножко попьем. Ну, слушайте. Кого нет? Тебя нет? Его нет. О, боже, его нет. Что? Ну вот. Просто я думаю, что полезно работать на дяде Васе, что-то купить вообще. Лена. Да. Ты когда замуж? Ну да. Тебе 30 раньше, чем мне, поэтому. Ничего. Мы работаем над этим. Мы отправляемся в город Таллин. Город. Мы в автобусе, да, я хочу. Город наш. Жвачка. Титр наш. Я показала букву Т, но у меня одна рука сырка, поэтому я покажу букву Т. Таллин. Нет. Мы выезжаем. Вова все нас провожает. И снимает.